Обрезать я буду не слишком кардинально, а так, чтобы макушка была чуть-чуть ниже уровня воды. То есть примерно вот так. Заросли, конечно, я оставил, чтобы мальки тех же самых попугайчиков могли прятаться. Но так уже выглядит получше. Ну, чуть-чуть. Вот сагитарию тоже убрал. Вот сколько получилось ростков. Все спрашивали, как она у меня размножается. Она по дну кидает вот таких деток. Вот так вот получается. Типа пуповинка. Вот настала очередь криптокарины. Очень много деток у нее уже появилось. Раз, два, три. Ух ты. В итоге получилось 5 деток, понимаете? 5. Раз, два, три, четыре, пять. Вот я уже отделил деток от криптокарина. Тут тоже получилось штук 5, 6. Если корни слишком длинные, то я просто беру и так сворачиваю и сажаю. Они со временем так останутся, просто будут сильнее разрастаться. Все, в принципе. На корневую систему это никак не влияет. Растение как росло, так и будет расти. Фасолька в растении сейчас попадет в мусорку.